Ребята, всем привет! Вы на канале Семян и Чемоданных. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь. Сегодня мы вот такой вот бандой в две машины, в две семьи отправляемся на Истринское водохранилище. Оно здесь недалеко, буквально 5 минут. Хочу вам показать там пляжи. Вместе скупнемся, возможно, возьмем что-то на прокат. Короче, проведем классное время. Ну а вы вместе с нами. Погнали! Так, а парни поедут с дядя Вовой, да? А Мирочка со мной, да? Ну все, удачи тогда вам. Пристегивайтесь. Хорошо, вот покатаетесь. Спасаться будем сегодня как можем. Температура 40 градусов с половиной на улице. Это, конечно, что-то нереальное. Хорошо, в машине система холодная работает. Поэтому Мирочка едет с нами, а пацаны с дядя Вовой с открытыми окнами. Но они постарше, и вообще эта тема по кайфу. Короче, вот тут такая база, вот они расценки, до хрена, конечно, вот так вот, смотрите, жесть. В общем, ценники я вам показал, мы сейчас вот так паркуемся, здесь нет никакой парковки, да, как прям минус этой базы, и на территорию въехать тоже нельзя. Хватаем детей и пойдем смотреть, что там за пляж. Так, мы залетаем на вход. Не-не, убери, пойдем. Кабрательник платит. Немножко покажу вам территорию. Такой здесь вход. В общем, тут можно арендовать всякие домики, мангальные зоны. Сходу есть душ, туалет. Также здесь есть парковочка. Так, если вы вдруг сюда приедете на машине, я узнал, что сюда можно также вот так вот загнать тачку, да, на парковку поставить. Но стоит это 500 рублей на целый день. И еще из плюсов, это то, что вот мы здесь сейчас оплатили, да, у нас на две семьи получилось 1400 рублей до 7 лет, детки бесплатно. То есть можно выйти, вот у меня пошел брат сейчас взять чек, то есть отсюда можно выйти, сходить, например, домой покушать и обратно вернуться, и зайдешь уже, соответственно, бесплатно. Истринская долина, вот типа все, что здесь есть, да, схема такая, небольшая территория, здесь есть волейбольная площадочка, вот так это выглядит, да, просто единственное, что на солнце тенька нету, так, какие-то, видимо, это какая-то смотровая площадка, пошли вот к воде проход, Вова, вон, пацаны уже бегут. Купили мороженое. Артем, сколько стоит мороженое? По 70. По 70 рублей. Вот здесь вот такое есть. Когда это было? 2 кафе. Рубля обычное, 2,80 ну, с изюмом. Круто, доска такая. Серф-дощечка. Еще вот такие есть беседочки. И, видимо, тут проходят какие-то тусовки. Так, мы куда-то проходим. Вот, мы заходим, получается, на территорию, как раз эти домики можно арендовать. Видите, шахматная доска стоит. Вон, Тёмик, смотри, вон можешь сходить в шахматы, вон там потом поиграть. Есть, значит, смотрите, теннисные столы уже с сеткой возле каждого домика. Вот такая мангальная зона. Вон же виднеется Истринское водохранилище. Классно. И вот такой вот, видите, теневой сквер. Я поначалу немножко расстроился, мол, типа 350 человека. А сейчас вот попав на территорию, я как бы, окей, понимаю цены, что действительно, вот вы заходите, и здесь, да, дополнительно есть еще расходы, типа там аренда катамаранов, лодка, но в целом, вот, территория, ребята, ухоженная, всякие развлечения, как для взрослых, так и для детей. Вот, и домики, конечно, вот такие. Ну, по крайней мере, знаете, как покрашены, свежая краска. Так, тут отсутствуют качели, и еще из плюсов здесь можно, ну я уже сходу да вижу, можно установить, ребята, палатку. О, как здорово. Да, видите, вот так вот можно установить палаточки, специальные места вот даже есть под палатки, и вот сколько людей, все купаются, да, клево. Пойдемте сходим на пирсик, посмотрим,
что там, ну здорово. Вот, лодку можно здесь арендовать, возможно, мы это и сделаем. Вот такой заход. Вот, даже есть сабборды. Так, а на мостик здесь проходить нельзя. Тут видеть только для персонала. И нырять тоже нельзя. Такая доска. В виде лавочки. Точнее, лавочка в виде доски. Прибили старую. Класс. Здесь вот есть вот такие правила, как нужно вести себя на этом пляже. Да, людей много. Всю глину подняли. Так, есть даже переодевалочки. Не, пойдем вон там, подальше. Да. Вот видите, есть катамараны, лодки. Так вот люди ставят палатки. Да, ну здорово. Конечно, мы с вами сейчас пойдем испытывать дно, какая здесь вода, и покупаемся, а позже полетаем. Так, ну что, давайте попробуем искупаться. Вот пацаны уже с Вовкой побежали. Вот они, всякие лодки, которые можно взять, и катамараны. Да, это вам не море, как говорится. Не, вот тут разбушевали. Да, подняли. Но вода теплая. Вода теплая. Я думаю, что сейчас ребята вон покатаются вот на том катамаране. И мы его тоже возьмем. Он с горкой, прикольный. А вот с той стороны пляж бесплатный. То есть туда тоже можно сходить. Ух! Так, это кто? Это Тёма и Родя. Ладно, все, меня намочили. Тоже делаем заплыв. Раз, два, три. Ух, теплющая. Фу. Да, парное молоко. Вот так это все выглядит с воды. Класс. Уйди, не надо далеко заходить. Так, первый пошел. Давай. Так. Здесь есть вот такой вот мостик, пирсик. Сейчас попробуем с него прыгануть. О, парни ныряют. Значит, и мы ныряем. Так, я надеюсь, ты не упадешь. Так, все. Раз, два, три, ныряет. Сейчас. Раз, два, три, погнали. Ух, давно не нырял. По традиции два раза. Ой, по кайфу, да? Да. А мы пришли, все начали нырять. Ну да, устроили тут беспредел. Drunk.
breathe me in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies. Так, мы, короче, переместились. Мы сгоняли домой. Взяли лодку. Спасибо, кадр испортил мне. Да. Вот. Она надувная, не моторка, но покататься нам сейчас хватит. Сейчас будем надувать и будем делать заплыв. Так, вдруг кому-то будет интересно, лодка пеликановская, она получается двухконтурная, вот один контур полностью накачали, сейчас второй будем качать, дно, ну я не знаю, что это резиновое, брезентовое, здесь получается так, вытаскиваешь клапан, шикс, это для спуска, и сейчас еще теперь чуть подкачиваем и будем качать второй контур, два весла, они вот так вот тут закручиваются, и две лавочки. В общем, смотрите, ребята, здесь еще есть прокат сабордов. У них огромный вообще выбор. Но стоимость доски 900 рублей в час. Для сравнения, в Сочи на море в любом прокате стоит это 500 рублей в час. Думайте сами. Отходите. Подходи. Так, ну все, мы надули. Смотри под ноги, Родион. Двигаемся. Делать спуск на воду. Вот такой вот тут заходик. Сейчас, стой. Вовик, стой. Артём, отнеси мои тапочки туда. Это прям глина. Да, сейчас я пацанов посажу. Садись. Садись, Артём. Садись, Родион. Это мы вот так вот будем плыть по воде. Да, вы теперь вот сюда на самый край садитесь сюда. Бегом. Вы вот сюда садитесь вдвоем. Прям на попу. И не прыгать. На попу садись, ноги выпрямляй. Опа. Коленку убирайте. Ну все, теперь поехали. Я вам покажу Истринское водохранилище с воды. С воздуха показал, под водой показал. Теперь еще и с воды покажу. Вот смотрите. Вот тут вот база. Здесь у них есть вейкбординг, у них есть гидроциклы. Короче, здесь прям такая классная атмосферка, но в этот раз мы сюда не попадаем. Отдыхаем именно на этой базе. Воу! Так, смотрите, а вон там вот шлюзы, их было видно с квадрокоптера. Соответственно, вот с этого краю, получается, там бесплатный пляж, но там очень-очень много людей, поэтому лучше 350 заплатить и целый день наслаждаться. Как, пацаны, вам? Класс? Да, ну и деньги за лодку платить, наша лодочка молодец. Да. Ой, Родион, видишь, вода не поймёт? Это не вода, это смешно. Так, первый идет купаться, Вован, давай. Да? Аккурат, держись, Родион. Можно? Не дай бог, да. Оп. О. Мама, там глубоко. Пропал с лорадара. Естественно. Очень? Ну, конечно, дна-то да, нету. Но зато там как чисто и классно. Да, все, сейчас пойду я. Тёмка тоже решил искупаться под чутким моим руководством. Хопа. За веревку. Вот так вот, шикс. Опа. Ты пойдешь, сынок? Да? Сейчас. А следующий пошел Родион. Давай, окунайся. Вот так вот. Ой, сейчас волны вот будут от катера. Вот так, так, все, залазь. Ребята, скорее! Все, садись. Садись. Она сейчас на берег-то не унесет. Так. А вот волны вот. Сейчас видите, понимаю. Здесь катера, вот у них зацеплены доски. Но это в данном случае едет ватрушка. Течет. Давай, Вован. Ты чё? Не, на сосу, сюда вообще не удобно залазить. Вот так. Ну тогда все, слышишь? Тогда мы поплыли без тебя.
Ладно, мы сейчас с вами тоже обязательно скупнемся. Садись, на телефон мы держи. А я пошел нырять. Держи. Это от тебя. Нет, от Кати. Ты все раскачал. Так, ты с камерой опять? Очки. Конечно, я всегда с камерой. Держитесь крепко. Крепко, крепко, держимся. Так, нет, я нырять не буду, не дай бог перевернется. Просто вот так сейчас. Хоп. Все, ребята. 1, 2, 3. Снимает? Снимает. Нет. Погнали. Классно. Прекрасно. Ух. Я 100 лет не купался вообще в озерах. Фух. Что-то последние года все на море, да на море. А, класс. Давайте вот так. 1, 2, 3. О, хорошо. Я под лодкой проплыл. Я бы так бы там торчал бы в воде, на самом деле. Что там? Папа, давай, сейчас. Фу. Слушайте, сейчас знаете что, наверное? Мы же подплывем чуть подальше к тому берегу и посмотрим, как там. Так, ребята, я, в общем, вообще решил даже не вылазить из воды. Я просто так зацепился за лодку и тащусь за ней. Да, парни? Да. Вот так это выглядит. Фу. Вот, посмотрите, мы подошли уже к этому берегу. Людей много. Вот там вы можете разглядеть. Люди с палатками стоят, смотрите, видимо, надолго. Лес какой. Лесище. Такой мощный, густой. Класс. Вообще, смотрите, какой берег великолепный. Вон туда дальше можно уплыть, прям по руслу этого водохранилища. И вон там, где были мы. Отплыли достаточно далеко. Вон Маван занырнул. Доплыли до этого берега, и здесь видите, какой заход. Здесь камни и водоросли, но не везде так. Это вот тут такой клочок, а вот там уже по песчане, но все равно есть камни. Здесь вот много людей стоят именно с палатками. Классно сюда приехать, дикарьком отдохнуть. Где закат? Потусовались мы, в общем, на этом берегу. Этот берег, да, вот сюда вот нужно приезжать палатками, потому что здесь нету никаких деревень с той стороны, он прям дикий берег. Вот видите, как люди отдыхают там. Вон даже на мотоциклах заезжают, вижу. По кайфу. А мы сейчас отправимся вон туда вот. Вот видите, вот так заезжают на машинах. Есть там подъезд, вот так вот люди где-то в камышах там раздеваются, переодеваются. Там есть опасный заезд, вот сейчас. Вот у кого-то каяка стоит. Да, еще бы, если лодочка была бы, моторка, можно было бы здесь все разведать, каждый куст. Но, увы, у нас только мотор, 2 лошадиные руки. Да, лошадиные. А вот тут есть тарзанка. Вот сейчас кто-нибудь прыгнет. О, пошел. Классно, да? Ну так себе, кстати. О, да, они, кстати, сейчас обрызгают нас по-любому. Так вот. Как в прошлый раз. Кругаль жахнули вокруг нас. Красота. Да, вообще. Ребятки, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Как вам? Пишите в комментариях. Напоследок я хочу вам показать Иснинское водохранилище на закате.
Я с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Растворюсь в этих красках дня. Я развенчаю миф про тебя и без себя. И пусть все нелегко и как-то рвано, меня излечат собственные раны. Склоняться по пятам и тут, и там, по чердакам, по городу, столице, напиться и, как говорится, быть вечно молодым и вечно пьяным, быть одиноким, одиноким и странным. Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? День к концу, ждать тебя, и огни горят. Мне говорят, не будь дурак, оглянись назад. Где же ты, моя нимфа, что околдует этот мир собой? Не хватит только взгляда, и можешь делать все, что тебе надо. Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? Где же ты? Где же ты? Где же ты?